Талдыкургане состоялось торжественное открытие нового спортивного комплекса, предназначенного для профессионального волейбольного клуба «ЖЕТСУ». Спортивное сооружение, не имеющее аналогов в Казахстане, включает в себя современный волейбольный центр и четырехэтажный жилой дом для спортсменов. Комплекс оснащен двумя отдельными тренировочными залами. Один для основных составов мужской и женской команд «ЖЕТСУ», а другой для молодежных дубль-команд. Открытие этого спортивного комплекса является значимым событием для развития волейбола в Казахстане и позволит спортсменам края улучшить тренировочный процесс и добиться новых успехов в спорте. Подробнее в сюжете Айгерим Купаевой. На торжественном мероприятии присутствовали известные казахстанские спортсмены, включая призера Олимпийских игр Маулена Мамырова, победителя турнира «Казахстан Барысы» Улана Рыскулова, серебряного призера, чемпиона мира по казах-шакурес Руслана Абдыразакова. В церемонии открытия также приняли участие экс-игроки профессионального волейбольного клуба «ЖЕТСУ» и ветераны спорта Карина Ишимцева, Ольга Данченко, Марина Андреева, Татьяна Пюрова и Карина Татко. По мнению специально приглашенных гостей, открытие современного комплекса, несомненно, внесет огромный вклад в развитие волейбола в крае ЖЕТСУ. Без поддержки руководства именно невозможно такое сделать. И все будет стоять на своих местах, как и было. А здесь развитие, здесь огромное развитие. Я уверена, что это огромный плюс. Это такие возможности открывает для спортсменов страны. А в Талдыкургане вообще, конечно, очень давно волейбол любят, волейбол уважают. И не только руководство, не только спортсмены, которые здесь, но и жители. В своем выступлении глава области ЖЕТСУ Бейбит Исабаев выразил благодарность меценату Кенесу Ракишеву за его вклад в развитие массового спорта. Церемония открытия началась с традиционного перерезания ленты, после чего гости смогли ознакомиться с новым спортивным комплексом. Я понимаю, у вас кандидаты и мастера спорта, а в других командах даже заслуженные мастера спорта играют. Но ничего. Покажите быстрый, современный, динамичный, умный, хитрый, современный волейбол. Новый волейбольный центр ЖЕТСУ оборудован по последнему слову техники, а для спортсменов здесь созданы высокопрофессиональные условия для тренировок. Особое внимание уделено качеству напольного покрытия, так как волейбол – это физически сложный вид спорта, требующий от спортсменов широкого диапазона движений. Для обеспечения безопасности и минимизации риска травм в новом центре использована специальная поверхность, привезенная из Франции, отвечающая самым строгим международным стандартам, в том числе и олимпийским. Такой материал гарантирует необходимую амортизацию, создавая безопасные и комфортные условия для тренировок волейболистов. Я думаю, такого комплекса я не видел в Казахстане точно. Я думаю, даже в Центральной Азии. Я сам из Европы приехал сюда, и тоже в Европе не помню такой комплекс. И мы все рады и очень благодарны, в общем, нашему государству за такую честь присутствовать в таком моменте на сегодняшний день. Все очень рады, потому что уже сегодня начинаем тренироваться в нашем новом комплексе, в нашем новом доме. Так что очень-очень счастлив. Новый волейбольный центр ЖЕТСУ станет тренировочной базой для всех команд клуба. Основных – мужской и женской, а также для молодежных дубль-составов. Для обеспечения комфортного проживания спортсменов построен четырехэтажный жилой дом, рассчитанный на 41 человека. Общая площадь нового жилья превышает 3000 квадратных метров. В доме два подъезда, в одном из которых расположены 12 однокомнатных и 3 двухкомнатных квартиры, а в соседнем 26 отдельных комнат с собственными санузлами. В многоэтажке также имеются все необходимые санитарно-бытовые помещения, буфеты, комнаты отдыха, кухни и прачечные. В целом в этом году в регионе активно развивается инфраструктура массового спорта. Строится 17 новых спортивных объектов, из которых 5 уже введены в эксплуатацию. Айгерим Купаева, Ержан Дуйсен, Габит Кабдрахман, телерадиокомпания ЖЕТСУ.